Иногда пророки, Бог призывал пророков не только передавать слово, не только передавать информацию, но также и совершать некоторые действия. Пророки совершают эти действия для того, чтобы донести Божие Слово. Дело в том, что нам гораздо проще понимать, когда мы имеем перед глазами какой-то зримый, видимый пример. Если такого примера нет, если это только теория, то мы достаточно быстро забудем то, о чем идет речь. Вот, например, пророк Иеремия. Знаменит он тем, что несколько раз Господь побуждал его совершить какие-либо события, просто для того, чтобы показать, открыть Израилю истину, открыть Израилю некую истину. Иудеи, конечно, иудеи некоторую истину. И давайте откроем сейчас книгу пророка Иеремии, посмотрим два таких события. Одно более понятное, другое с первого предъявления менее понятное. Давайте сначала посмотрим Иеремия, 13 глава. Иеремия, глава 13. Кстати, в обоих событиях Иеремия что-то покупает. Вот в 13 главе, например, он покупает пояс. Давайте прочитаем этот фрагмент. Иеремия, 13 глава, начиная с 1 стиха. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему так не годен. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Будет, как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались». Вот дальше мы пока читать не будем. Вот этот эпизод с поясом. Видите, как пересекается, с одной стороны, какие-то практические действия, и с другой стороны, духовное значение, другой духовный смысл. Народ как пояс. Пояс у чресл, то есть на поясе, на теле. И потом этот пояс закапывается у Ефрата, откапывается, и оказывается, что он ни к чему не годен. То же самое с Божьим народом. Такие аналогии у пророков довольно часто. Отношение Бога со своим народом в данном случае показывается как отношение человека и его пояса. Но это ведь не единственная аналогия. Бог и израильский народ рассматриваются как кто? То есть израильский народ для Бога, особенно в пророческих книгах, в книгах пророков, как кто? Какие еще сравнения мы находим? Давайте вспомним. Самое частое, пожалуй, сравнение давайте вспомним сначала. Бог и Израиль. Израиль для Бога – это. Понятно, что дети – это все ясно. Но есть одно очень частое у пророков значение. Невеста. Как невеста. Как жена
Причем какая невеста или какая жена? Любимая. Любимая, раз. И ее поведение? Неверное. Она неверная. Она невеста или жена, она в любом случае обручена, потому что есть завет с Богом. Но она неверна, она бегает к другим. И что говорит ей Бог? Вот у Осии, поэтому очень подробно описывается в частности. Что говорит ей Бог? Вот я готов, да, ты неверна, ты нарушаешь завет. Я готов простить, если ты покаешься. Я готов простить, если ты покаешься. Совершенно верно. А потом Христос и церковь, как эти отношения описаны в частности у апостола Павла? Церковь – это кто для Христа? Невеста. Невеста Христова, совершенно верно. То есть вот даже эти параллели из Ветхого Завета остаются в Новом Завете. У пророков очень часто израильский народ воспринимается как невеста Божия, которая за ним упала, которая впала в блуд, которая уходит к другим, но Бог не говорит ей на этом основании, что, знаешь, ты это... Я тебя, конечно, когда-то любил, но теперь разлюбил. А он готов его принять, готов принять Израиль, потому что его качество, его свойство – это любовь. Вот отношение Бога с Израилем. Но иногда Господь... Да, и вот то, что мы сейчас читали в 13 главе, это слово осуждение. Это не слово ободрение. Это все-таки, вот смотри, что будет, что стало с поясом. Он, очевидно, потом он будет показывать этот пояс людям. Вот что будет с народом Божьим. Но иногда Господь дает, и часто Господь продает через пророков, и ободрение. И это ободрение также сформулировано вот в виде, бывает сформулировано в виде таких практических вставочек, практических действий. В частности, в 32 главе Иеремия еще что-то покупает. Валерий Николаевич, что и зачем? Вы знаете, мы сегодня, наверное, не упомянули, что нам еще мешает толкование Библии. Это то, что нам мешает, как бы, те учителя, которые были раньше у нас. То есть мы слушали проповеди, мы слушали других старших братьев и сестер, и потом эти знания у нас откладывались, а когда мы начинаем читать то, что говорит нам Господь, эти сведения как бы у нас выплывают из нашего подсознания и, ну, как бы давлеют над нами. Я попытался вот эту главу прочитать и посмотреть, что говорит Господь, без всех этих знаний. Ну, мне не очень-то здорово удается. Тем более вчера наш преподаватель как бы дополнил тем, что мы должны кое-что рассказать о пророке, о событиях и истории тех дней. И я поступил по-другому немножко. Я прочитал эту главу своей супруги и попросил ей сказать, что она думает по этому поводу. Ага. И было очень интересно. Она здорово это все как бы мне раздраконило. А я просто-напросто это записал. Ну, хорошо. Значит, кто у нас здесь главные герои? Это пророк Иеремия. Он написан, что он как бы сын Хилкиин. И когда я начал искать в истории, ну, например, имя пророка, имен оказалось довольно много, и я выбрал одно – Иегова возвещает, потому что здесь Иегова возвещает кое-что, не только для Иеремии и его народа, и для нас на сегодняшний день. Вот. Отец Иеремии был член левитской общины, то есть он, пророк, был священник, хотя мы здесь нигде не видим в этой главе о том, что это священник, но в 1 главе, 4 стих написано о том, что Господь еще до рождения уже имел на него вида, как на пророка. Служение его начиналось при царе Сидекии. И если мы вспомним, у нас вчера был пророк Иона, и Ниневия, которая была центром ассирийского государства, в то время как раз как бы была властителем мира того, то есть Ближнего Востока. И в это время начинает возрождаться другая империя, империя Вавилон, если вы знаете, или там называлась Новый Вавилон, которая становилась соперником Ниневии. И вот эти два как бы больших государства, они столкнулись, а Иудея и Израиль оказались между этими двумя жерновами. То есть
Израилю и Иудеи нужно было принимать чью-то сторону. И те события, которые мы сейчас читаем, уже Израиля как государство не существовало. То есть уже она была пленена Вавилоном, и мы опускаемся в историю тогда, когда пророчествовал нам Иеремия. Вот. Что происходило в то время? Ассирия столкнулась с халдеями, и первая битва, которая произошла у них в 626 году, можно сказать, была ничья. Ассирии помог Египет, и когда они разошлись потрепанные, Египет подмял под себя заодно и Иудею. И Иудея находилась под властью Египта и как бы склонялась к Египту в то время. Но затем фараон Нехау производит некоторые реформации. Если был царь Сидеки, то он его снимает и ставит Иоакима. Вот. В 605 году Навуходоносор собирает войско и наносит поражение ассирийцам. И что происходит? Иудея переходит во владение Навуходоносора. Вот. Но Иоаким, в то время царь, при поддержке Египта в то время, пытается выйти из-под власти Навуходоносора, но Вавилон все-таки в конечном счете побеждает, и тогда уже Навуходоносор, Иоаким умер в это время на престоле, его занимает царство Иехония, но Навуходоносор садит все-таки на трон Сидекию. И вот эти события, которые сейчас происходят в 32 главе, мы с вами читаем. Так что же происходит сейчас? Представьте себе вот такую ситуацию. Царь и пророк. Пророк, который приходит к царю и говорит: так говорит Господь. Ты не должен воевать с Вавилоном, а должен просто-напросто создать город и... можно сказать, пойти в плен. Вот. А еще он говорит, что ты будешь захвачен, пленен и будешь посажен в Вавилоне. Вот какому царю понравятся такие сведения? То есть Иеремия был пророком в опале. Если, например, остальные пророки пророчествовали о том, чтобы они сражались, чтобы они защищали свою страну, то здесь происходит наоборот. Он говорит: так говорит Господь, что мы должны сдаться. Да, это упаднический такой пророк. Вообще, да. В сталинские времена его, казнили. И что происходит? Мы читаем о том, что Иеремия заключен во дворе стражи, который был при дворе царя Иудейского, Сидеки, царь Иудейский заключил его туда, сказав: зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Сидеки, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидит глаза его. И он отведет Сидеки в Вавилон, где он будет, доколе не посещу его, говорит Господь. И вот ему еще одно видение, он говорит: тебе придет твой племянник Анамеил, сын Саалума, дядя твоего, придет и будет предлагать тебе купить поле. Вот здесь мне жена здорово сказала: интересно, вся страна уже под игом Вавилона. Уже идет осада Иерусалима. Уже все земли вокруг, в принципе, отняты. Да. И он приходит, отнятую землю продает кому-то. Продает родственнику. Если мы знаем, что земля переходила только родственнику, и притом по старшинству. Тот, кто хотел владеть ею, не по прихоти владельца, который хотел купить, а потому что он, Иеремия, был старший первый в этом списке, который мог приобрести землю. Он ему предлагает: купи эту землю. То есть абсурд. Землю, которая попала в рабство, которая уже, в принципе, не его, он покупает то, что отдает деньги ни за что. Вот. Но говорит Господь: купи эту землю. И Иеремия при свидетелях отдает за эту землю полную цену. Мы дальше здесь можем прочитать. И купил я поле,
сына дяди моего, который в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников. И записал книгу, и запечатал ее, пригласил свидетелей, отвесил серебро на весах. И вот сделают они две купчие для того, чтобы как бы подтвердить сделку эту, и он отдает эти купчие или своему другу, или своему ученику, для того, чтобы он их сохранил на долгое время. Так говорит Господь. Для чего? Для чего вот эту землю, которая, она в принципе уже не его, он покупает и эти купчие сохраняет. Но так говорит Господь. Дальше идет молитва Иеремии. Вот здесь немножко, как бы до этого было прямое толкование, а дальше идет образное, там уже Иеремия говорит, напоминает о том, что Господь, как сотворивший небо и землю, выведший их из Египта, даровал им эту землю, где молоко и мед, вот эти образы идут. Ну а потом, он говорит: «Ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе землю за серебро и пригласи свидетелей тогда, как город отдается в руки халдеев». И было слово Господне к Иеремии: «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли для меня что невозможное?» И дальше идет глаз Божий о том, что он наказывает Иудею за то отступление от его заповедей и отступление от его норм, которых он как бы заповедовал Божьему народу. Здесь хорошо перекликается глава 28 Второзакония, где Господь говорит: если ты будешь выполнять, то получишь, и идет перечисление благ. Если ты отступишь от меня, вообще-то давайте откроем, там интересное место есть, 28 глава Второзакония, где он говорит одну вещь, по-моему, 25 стих. «Предаст тебе Господь на поражение врагам твоим, одним путем вступишь против них, а семи путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли». То есть Господь говорит: если бы вы выполняли то, что я вам говорил, вы бы жили, как я вам и обещал. Но вы приступили это, и вы будете рассеяны, и вы будете пленены по всему лицу этой земли. Это, Господь говорит, я сейчас выполняю. Но потом... Для чего же покупал он эту землю? Господь говорит: «Однако же ныне говорю, говорит Господь Бог Израилю, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвой. Вот я соберу их из всех стран, в которые знал их, во гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании возвращу их на место сие и дам им безопасное житье, и они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и ко благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя их, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего, от всей души моей. Ибо так говорит Господь: я наведу на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек в них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей, без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, в городах Южных, ибо возвращу пленных, говорит Господь». То есть идея покупки этого поля такова, что народу израильскому есть надежда. Надежда на то, что Господь исполнит свои обещания, когда Он говорит им: если вы исправите пути свои, если вы покаетесь, то я, будучи верен и праведен, восстановлю вас. И это Он сделал, когда остаток возвратился, и да. Израиль, государство возникло вновь. Спасибо. Во всей своей силе и мощи. Спасибо большое. Спасибо, Илья Николаевич. Вот, да, так оно и есть. Смотрите, Иеремию осуждают царем, мягко говоря, недоволен за то, что он пророчествует упаднически, за то, что он пророчествует, что вообще, ребята, сдаваться надо. Нужно бы все-таки поднимать боевой дух, а пророк это не делает.
Но пророк говорит то, что ему повелел Бог. А потом пророк покупает это самое поле, показывая, что да, будет земля продаваться и покупаться. И если будет покаяние народа иудеи, то будет и прощение, будет и восстановление. Вот как-то часто мы, читая пророков, читая пророческие книги, обращаем внимание на то, как там все плохо. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Но есть смысл обращать внимание на другую грань, на обещания, которые дает Бог в пророках. И на большие, на самые главные, пожалуй, из этих обещаний, на пророчества, которые исполнились в Иисусе Христе, на пророчества, которые исполняются сейчас. И, наконец, на пророчества, которые исполнятся в конце времени. И тут мы с вами упираемся в последнюю вещь, о которой нужно сказать в связи с интерпретацией пророков. Это так называемое пророческое время. В другом курсе мы об этом уже говорили. Смысл в том, что Бог находится вне времени. Вот если время представить себе как прямую, то Бог Творец не на этой прямой. Потому что Он был вечно, Он будет вечно, Он сотворил материю, Он сотворил время, и Бог видит все, что происходит, не вот как мы, допустим, идя вот по этой прямой из точки А в точку Б, Он видит все это сразу, Он видит все это сверху. И иногда события, которые Он описывает, которые пророки описывают, скажем так, пересекают вот эти самые пласты времени. В связи с этим иногда даже мы сегодня не можем понять точного времени исполнения тех или иных пророчеств. Полностью исполнились пророчества или нет? Давайте посмотрим, в частности, одно из пророчеств и посмотрим его исполнение, которое мы находим в книге «Деяния апостолов», 2 глава. «Деяния апостолов», 2 глава. Вот Петр проповедует в Иерусалиме в день Пятидесятницы, и он ссылается на некое пророчество, на Иаиля. Какая глава Иаиля? Сейчас посмотрим. Итак, он говорит, начиная с 15 стиха, «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем». И дальше начинается цитата. И вот цитата. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вот Петр после этой цитаты провозглашает: «Мужи израильские, выслушайте слова сии». И он говорит об Иисусе, как об исполнении этого пророчества. И вот богословы, интерпретаторы Священного Писания спорят вот на какую тему. Какая часть пророчества Иаиля исполнилась во времена Первой Пятидесятницы? Какая часть остается еще неисполненной?
те интерпретаторы, те толкователи, которые склонны к пятидесятническому или харизматическому богословию, скажут о том, что в день Пятидесятницы исполнилось практически все. Смотрите, началось пророчество в церкви, начались видения, пришел действительно день Господний. Обратите, пожалуйста, внимание, что сошествие Духа здесь подчеркивается на всякую плоть. Обратите, пожалуйста, внимание, что помните, раньше Дух Господень сходил только на людей на конкретное время для конкретной цели. Здесь же мы читаем на всякую плоть. То есть для каждого человека Дух Господень становится теперь доступным. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, то есть на все люди, на всяких людей, на всех людей будут определенные Божьи дары, чудеса, начало вот этих чудес на небе и на земле. Но все это сводится к одному дню. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Другие богословы, другие христиане говорят о том, что эти пророчества продолжают исполняться, но речь не о событиях, которые ну, вот прямо в день Пятидесятницы сразу там, в один день и произойдут. Речь идет о наступлении новой, извините опять за это слово, диспенсации, нового периода во взаимоотношениях между Богом и человеком. Исполнение этих пророчеств растянуто во времени, а оно начинается сейчас, в день Пятидесятницы, и будет продолжаться на протяжении всего периода жизни Церкви. Вплоть до того момента, когда, как в 20 стихе говорится, солнце превратится во тьму и луна в кровь. А сейчас этот момент пока еще ничего не наступило. Это время, которое описывается в книге Откровения Иоанна Богослова. То есть богословы спорят, вот Иоиль, он пророчит в таком конкретном дне, и все исполнилось сразу и тогда. Или это из серии «Один день как тысяча лет», а соответственно пророчество о целом периоде. И вот этот период начался в те времена и продолжается до сих пор, и будет до того, как Христос сотворит новое небо и новую землю. И вот сами эти споры возможны именно из-за концепции пророческого времени. Пророки не обязаны излагать пророчество хронологически, уделяя каждому периоду одинаковое количество места в своем тексте, выделяя каждому периоду одинаковое количество слов. Это колеблется, это не определено, не четко. Вот решать этот вопрос мы сейчас не будем, ибо мужи куда более мудрые, чем и куда более образованные, чем мы с вами, ломают копья по этим вопросам. Но вот в толковании пророческой литературы, пророческих книг учитывайте, пожалуйста, момент времени. То же самое относится, в частности, к пророчеству об Иисусе Христе. Все дева в чреве, помните, да, родит. Значит, мы читаем в 7 главе, 14 стихе, появляется обетование младенца. В 8 главе, в самом начале, уже появляется младенец, в котором как бы частично это пророчество исполняется. Но по большому счету пророчество о деве, которое в чреве зачнет и родит сына, относится уже к Иисусу Христу. И ветхозаветные пророчества мы, конечно же, читаем в их новозаветном освящении в связи со служением Иисуса Христа. То есть Новый Завет помогает нам понять ветхозаветные пророчества.